Здравствуйте, меня зовут Дарья Лосик. Я жена политзаключенного Игоря Лосика, который с конца июня прошлого года находится в СИЗО. Помните, в конце сентября я говорила о том, что создавая нечеловеческие условия содержания и придумывая нелепые обвинения моему мужу, можно перегнуть палку? Похоже, ее перегнули. И сегодня один из следователей мог в этом убедиться лично, когда прямо на его глазах мой муж начал резать себе руки, пытаясь попрощаться с жизнью. К счастью, он был вовремя остановлен. Но, судя по всему, останавливаться он не собирается. После случившегося Игорь объявил о начале сухой голодовки. Мой муж не слабый человек, но терпеть издевательство над собой и здравым смыслом он не позволит. Сомневаться не приходится, его намерения очень серьезные. Сейчас он не видит других вариантов борьбы за свою свободу и человеческое достоинство. Это крайний шаг, на который вынудили пойти Игоря. Мотивы моего мужа банальны и просты. Это колоссальное бесправие, с которым он столкнулся. Эта ситуация достойна кафкинского сценария. Заперев на 9 месяцев Игоря за решетку, решили не останавливаться и попытаться оставить его там на долгие годы. Нам из всех утюгов и чайников доносятся слова о том, что любимую не отдают, щедро приправляя этот девиз нечеловеческими издевательствами. Своего единственного любимого я вам забрать не позволю. Я готова бороться за Игоря до конца, невзирая ни на что. Я готова встречаться и разговаривать с любым, в том числе с Александром Григорьевичем Лукашенко. Я готова ответить на все его вопросы, попутно получив ответы на свои. И на главный вопрос, что мой муж 9 месяцев делает в тюрьме. Ответ на этот вопрос мне не дают следователи, прокуроры, судьи, которые более чем кто-то другой знают, что сидит Игорь просто так. Но сделать ничего не могут, потому что боятся, как бы чего ни вышло. Потому что без разрешения не могут найти себе силы и отступить. Я готова, глядя глаза в глаза, лично услышать, иногда не до законов, попутно рассказав, каково это быть любящей женой и мамой в декрете, готовой бороться за жизнь мужа до последнего. За моей спиной нет сотен тысяч силовиков, есть только мой муж. Разбитое сердце и абсолютно чистая совесть. Так давайте же встретимся, и я расскажу вам, что такое любовь.